Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на очередном мастер-классе в рамках наших торжественных праздничных мероприятий. И перед тем, как я вам представлю гостей, небольшая история. Все, наверное, знают, что такое аэропорт Бен-Гурион. Слышали, да? Ну, в общем, в Израиле находится самый безопасный в мире аэропорт. Этой безопасности достигли власти в том числе благодаря тому, что в аэропорту очень развита служба профайлеров. Это люди, которые ходят среди посетителей аэропорта в гражданской одежде и смотрят на лица, на фигуры, на людей. И если они видят какие-то вещи, которые не совпадают с тем, как должен выглядеть человек в той или иной ситуации, они этого человека берут и проверяют. И благодаря этому каждые 2 часа происходит смена. Специалисты считают, что благодаря этому вот до сих пор у них не было ни одного террористического акта на территории этого аэропорта. Это я вам рассказала для того, чтобы вы понимали значимость той темы, которая сегодня будет на мастер-классе. Мы говорим сегодня о невербалике или языке тела и профайлинге, который в целом говорит о том, что человек из себя, ну, какую информацию человек мы можем получить от человека. И к нам пришли 2 замечательных специалиста из центра, Республиканского центра НЛП в городе Казани. Это Гарифуллин Айрат и Закиров Айрат. Добрый день всем. Гарифуллин Айрат – тренер по невербалике и профайлингу, начиная с 2018 года, уже опытный человек. Айрат – тренер по гипнотическому НЛП. Вот так вот. Сколько лет работаете уже? 10. Вот так вот. Сейчас вам все расскажут и покажут. Я думаю, уверена, что будет интересно. Так, а презентация у нас будет работать? Ну, если будете кликать, наверное. Ага. Всем добрый день еще раз. Меня зовут Айрат Гарифуллин. Я тренер по невербалике, также тренер по нейролингвистическому программированию. Очень приятно, что нас сюда пригласили. Я думаю, что сегодняшний наш мастер-класс, скажем, как занятие, мы построим следующим образом. Мне сейчас нужно будет 2-3 человека желающих, кто хотел бы принять участие в демонстрации. И мы будем определять в конце мастер-класса по разным признакам невербалики, правду человек говорит или выдумал историю. Вот. Есть такие желающие, кто хочет принять участие? Так, тогда подойдите сюда ко мне. 3 человека, да. Значит, Айрат. Сейчас тогда мы определим. Вы подумайте, кто из вас будет говорить правду, а кто будет говорить ложь. И... Между собой только, да? Нет, нет, они в себе. Определите для себя, правду или ложь, и скажите Айрату, что вы будете говорить, рассказывать историю какую-то. И пока вы будете, мы будем разбирать, вы какую-то в голове себе историю придумаете, или которая была у вас в жизни, и потом расскажете. Сейчас, да, мы вернемся на сцену. Вы тогда можете, ну, чтобы никто не слышал, выйти и сказать им, какую историю будете рассказывать. Обязательно одна должна быть история, то есть выдуманная полностью от и до, от начала до конца. И тогда можете выйти и сказать Айрату, и потом уже сообщить. Хорошо, друзья, как настроение вообще? Хорошая. Прежде чем перейти к теме невербалики, я бы хотел для начала с вами немножко пообщаться, подискуссировать и, скажем так, направить вас в определенном русле. Сейчас задам вам вопрос такой: кем вы себя представляете или кем бы вы хотели стать, кем вы себя видите через год, через 2? Через 5 лет. Сейчас подумайте и просто представьте, кем вы себя видите. И сейчас каждый тоже так же про себя подумайте и представьте, как вы себя представляете. Через год, через 2, через 5 лет. И как изменится ваша жизнь, когда произойдут такие изменения в вашей жизни. Как у вас поменяются ценности, убеждения ваши. Что для вас станет важным
Сейчас подумайте над этим. И замечайте просто, какие возникают у вас в голове образы. Вы, наверное, уже сказали, да? Сколько? Одна? Ложная история одна? Все очень хорошо. Можете присаживаться, и уже в конце мы вас пригласим по одному на демонстрацию. Хорошо. Как изменится ваша жизнь? Какие изменения произойдут? Какие новые ценности, может быть, у вас появятся? Как вот этот образ о самих себе, как он повлияет на вас? Как изменится ваша жизнь? Подумайте сейчас об этом и почувствуйте, вот, какие изменения произойдут в вашей жизни. Какие, может быть, новые появятся у вас компетенции, новые навыки, может быть, новые какой-то модели поведения, чему-то новому научитесь, какой-то новый опыт получите через год, через два, через пять лет. И сравните вот с тем, что сейчас у вас, какое у вас представление о самих себе сейчас и какое будет потом, дальше, в будущем. И когда как-то мне сигнал или кивком головы, или рукой помашите, когда вы представили уже, есть представление о самом себе через год, через два, через пять лет, как вы себя представляете? Хорошо. У каждого из нас есть в окружении люди, которые очень высокопродуктивные. Скажите, вот чем эти люди отличаются от остальных людей? Планируют, правильно. Еще что? Как? Энергии больше у них, чем. Больше энергии. Очень хорошо. Смелости больше. Что еще? Вот чем они отличаются? Какое у них, может быть, качество есть? Или какое-то, может быть, умение особое есть? Цель есть, очень да, хорошо. Коммуникабельность, вот очень правильно. Как вас зовут? Лейла. Очень приятно. Лейла все правильно сказала. Коммуникабельность. Вот посмотрите, у каждого из вас в окружении есть такие люди, которые очень высокопродуктивные. За год они могут очень много разных целей достичь, могут много-много разных дел, проектов реализовать. Вот. И если вы более внимательно к ним присмотритесь, они очень высококоммуникабельны. Скажите, вот что вам может помочь быть высококоммуникабельными? Что скрывается вот в этой структуре эффективной коммуникации? Как вы думаете? Знания в том числе психологические. Очень хорошо. Богатая лексика. Что еще? Опыт. Что еще? Вот если взять два человека, общаются между собой, и у них очень эффективная коммуникация, или одного человека, вот что там присутствует? Ну вот, как уже сказали, цель есть в коммуникации, сделаю вам подсказку, цель есть. Есть цель у человека, в эффективной коммуникации есть цель. Это один из трех компонентов. Что еще есть там? Заинтересованность средства, тоже? Наверное, у вас есть цель, значит, должны быть средства. Средства, да, ну, как, наверное, в контексте. А что еще, как вы думаете? Результат, который хотят добиться. Ну, результат, он в цели предполагает, что результат будет. Вот, а само, если взять саму коммуникацию, два человека общаются между собой, и... Вы подводите к теме, да? То есть, я подвожу к теме, да. Да, 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 да. Да, да, да. Считывание человека. Что вот там вот такого важного есть в коммуникации? Что делает эту коммуникацию эффективной? Внешние данные какие-то, обаяние, харизма. Угу. Обаяние. Я бы сказала, если мы затрагиваем уже тему вот именно языка тела, то, наверное, совпадение того, что человек говорит, с тем, что он думает. И мы это как собеседники считываем. Об этом речь? Да, очень горячо, Наталья, очень горячо. Смотрите, первое это у нас цель. Мы всегда эффективные коммуникаторы, те люди, которые добиваются высоких результатов, они очень коммуникабельные, у них всегда есть цель. Они, если начинают разговор, они знают, что в результате этого разговора они получат, каков результат этого разговора. Второй компонент – это установление контакта. То есть, когда
у нас есть хороший контакт с собеседником, то и замечаете вы, что, например, с теми людьми, с которыми у нас хороший контакт, и коммуникация идет легко, как-то свободно, мы себя очень так приятно чувствуем, комфортно. Согласитесь, что... И вот это вот второй компонент как раз установление контакта, поддержание рапорта. А третий какой? Как думаете? Третий элемент эффективной коммуникации. Может, эмоции какие-нибудь есть? Третий элемент – это умение наблюдать. Наблюдать в коммуникации. Мы приближаемся к результату, к этой цели, которую мы поставили, или мы не приближаемся? Мы что-то сказали, у человека состояние появилось, которое мы хотим вызвать это состояние, или не появилось. И вот эффективная коммуникация как раз она состоит из цели, умения устанавливать контакт, рапорт, и умения отслеживать, наблюдать, как меняется состояние человека. Вот как раз мы подошли к теме невербалики, и как вы сможете быть более эффективно, более коммуникабельно в любых коммуникациях с любыми абсолютно людьми, развивая вот эти вот три навыка. Умение ставить цели в коммуникации, умение устанавливать контакт и умение отслеживать минимальные, так скажем, изменения состояния, как у человека меняется его состояние. И как раз невербалика, она... поможет вам вот это вот малейшие, тонкие какие-то детали, изменения состояния замечать. Хорошо. И прежде перейти чем к следующему блоку информационному, я бы хотел спросить у вас, что же такое невербалика? Что вы знаете вот вообще, что для вас невербалика? Как вы ее понимаете? Какие у вас есть знания? Кто хочет сказать? У кого какие мысли возникают на слово невербалика? Взгляд, мимика, жесты, поза, все, что связано очень с телом. Очень хорошо, Лейла, все правильно. Что еще? У кого еще какие? Вот, что вы понимаете под невербаликой? Вот, жестикуляция, все верно, жестикуляция. Что еще? Что такое для вас невербалика? Все, что не слова. Да. Очень правильно сказали. Вербалика – это то, что человек передает значением слов. Это порядка 30%. Все остальное – это невербалика. Как человек одет, какие у него аксессуары, как он выглядит, какая прическа, как он стоит, какие жесты, интонация голоса, тембр. Все это относится к невербалике. И как вы уже поняли, большая часть информации нам передается невербально. И сейчас я хочу вам немножко рассказать о том, как устроено наше вот, восприятие того, что происходит, и как устроено, вот, как это обрабатывается информация в наших структурах мозга. Как вы видите, у нас у человека вообще есть головной мозг. Он очень сложную структуру имеет. Вот. И издревле, когда люди еще не умели разговаривать, они общались как? Как раз именно невербально, с помощью жестов, с помощью телесных каких-то движений. И развивалась так называемая древняя структура мозга, называется она лимбическая система. Внутри нашего мозга, внутри коры головного мозга есть вот эти структуры, называемые лимбической системой. И основным управляющим элементом этой древней структуры мозга является миндалина. В Нью-Йоркском центре неврологии невролог Лиду в прошлом веке провел исследование и установил скорость реакции. И оказалось, что миндалина реагирует со скоростью 1/12 доля секунды. А наша кора, которая относится к сознательной части, то есть она реагирует от 0,5 до 1 секунды. То есть видите, какая разница между нашим сознанием и подсознанием. Вот эти древние структуры мозга – это наша
подсознание, наше бессознательное. Слышали вообще, что такое сознательное, бессознательное, подсознание? Кто слышал? Угу. Очень хорошо. Сверхсознание. Да, ну мы сейчас будем касаться только пока вот слова подсознание и сознательное. Наша кора, которая занимает большую часть по площади головного мозга, она отвечает за такой анализ, за логику, за сознательные какие-то вычисления. И она очень медленно работает по сравнению вот с этой более древней структурой мозга, которая очень быстро и мгновенно. И как раз Лиду установил то, что скорость миндалины вычислили. Как это сделали? С помощью ФМРТ отследили, когда поступает кислород, показывали разные там образы, картинки, вот, и отследили, какие участки меняли цвет, когда поступает кислород, и замеряли скорость образования этих. Вот. Что это нам дает? Когда мы попадаем в какую-то стрессовую ситуацию или какое-то, например, незнакомое место, новое место, да, у нас в первую очередь включается миндалина. И она помогает, основная функция миндалины и подсознания, вот этой лимбической всей системы, это выживание и продолжение рода. Вот. И есть четыре функции, на которые миндалина обращает внимание. Первое — это миндалина, она все сканирует через органы чувств, через зрение, через слуховой канал аудиальный, через тактильный канал, через ощущения поступает информация, и миндалина все это обрабатывает, причем это делается очень мгновенно. И первое, на что обращает миндалина внимание, это опасен, не опасен. Вот когда мы начинаем, например, общаться с незнакомым человеком, его миндалина оценивает, опасен он или не опасен. И у человека запускается такая тоже три реакции: замри, беги, сражайся. Первая реакция — это замри. Вот когда замечали то, что когда мы попадаем в какую-то стрессовую ситуацию, когда возникает какой-то шок, да, первая реакция нашего тела — это замирание. Да, это как ступор, как замирание. У нас мы попадаем в каталепсию, тело наше попадает в каталепсию. Например, божья коровка, видели, если дотронуться, то она лапки кверху и замирает. Кошка идет, например, там, и какая-то опасность, и она так застыла. Даже тигры, львы, тоже какая-то, когда опасность, тоже замирает. У всех животных, если вы заметите, то возникает такая реакция. И как раз миндалина, она таким образом выполняет функцию выживания и продолжения рода. То есть замирание, а потом дальше идет или беги, когда оценивается опасность, например, если миндально оценивает, что противник больше нас, там сильнее, более, он может нам нанести какой-то вред или урон, то тогда включается функция беги и бегство. Сейчас мы про это тоже будем разговаривать, про лимбическое бегство. Если миндально оценивает, что я могу оказать сопротивление, то тогда включается функция сражайся. То есть когда человек, это невербально, это может проявляться как агрессия, какие-то шуточки, сарказм, может быть, замечали вы. Вот. Вторая функция, на которую миндалина обращает внимание, это свой-чужой. То есть замечали, когда в коллективе, например, появляется какой-то человек, который вот на нас не похож, или как-то вот он с нами не ходит на, там, на день рождения, на корпоративы и так далее. Мы как к нему относимся, к такому человеку? Ну, если со стороны посмотреть, например, там в коллективах, да, там, в разных компаниях, то тогда такой человек начинает как-то вот косо смотреть, как бы, как будто вот не свой человек, да. И как один из сказал древнеримских императоров, своим все, а чужим что? Чужим закон. Вот. И миндалина как раз оценивает свой, чужой. И под таким параметром. Третий — это половой признак. То есть если я не могу это побороть, если я не могу это съесть, то тогда, опять же, функция
продолжение рода, это значит, с этим можно как-то спариться, да, там, и Миндалина оценивает с точки зрения продолжения рода полового. Это женские, сексуальные всякие, тут скрытые сексуальные сигналы могут возникать. Вот, четвертая функция, на которую обращает внимание Миндалина, как вы думаете, какая? Это статус. Слышали, может быть, психологии примитивных групп? Альфа, бета, гамма, омега, да? Это уже с самого момента появления, так скажем, животного мира уже это идет. То, что проводили очень много разных исследований, то, что мы в стае делимся на разные иерархии. Проводили исследование такое, взяли крыс, и этих крыс поместили в определенное пространство. И еду они могли только добывать, ныряя в воду. И в какой-то момент произошло разделение, иерархия произошла, когда какие-то крысы начали подталкивать других крыс, чтобы те ныряли. Какие-то крысы начали бороться, драться. Вот. И потом они начали, те, которые ныряли и доставали пищу, тоже разделились. Одни дрались за пищу, другие отдавали, и потом не дрались, а уходили просто. Вот. Потом, когда эти разделения произошли, те, которые отнимали, их тоже в отдельную группу посадили, где-то 3-4 дня они друг на друга тыкались, ходили, но потом в какой-то момент тоже разделились на эту же иерархию. То есть какие-то начали тоже нырять, и вплоть до того, что там они друг друга там загрызали. Вот это о чем говорит? То, что есть определенная иерархия, которая идет у нас, у людей тоже такая же есть определенная иерархия разделения. И внешне, по внешним признакам тоже можно это заметить. То есть мы как будто бы, как животные, только плюс неокортекс. Да, плюс префронтальная кора, которая сейчас, ну, в нашем мире современном, ну, у нас такого нет уже, да, там, то, что рукоприкладство, там, кто-то с кем-то дерется, так скажем, отнимает, забирает еду, у нас все как бы договаривается, но все равно эти проявляются, эти закономерности стаи проявляются. Сейчас мы рассмотрим тоже это. Сейчас я хочу акцентировать ваше внимание еще раз на, в чем же все-таки наша задача вот в невербалике. Как вы думаете, для чего нам нужно невербалику понимать? Для чего нам нужно невербалику знать, понимать? Это как дополнительный язык. То есть он нам дает как доспехи, как будто какие-то мы знаем, что происходит. Ну, чтобы безопасность себе обеспечивать, чтобы улучшать коммуникации. Вот если мы говорим о журналистах, то для того, чтобы четко понимать, ну, если это возможно, в каком состоянии твой собеседник, есть ли опасность в том репортаже или вот в той кучке людей, которым тебе нужно подойти с микрофоном и с камерой. Готов человек, с которым ты берешь интервью, на откровенность или не готов? Ну, вот такие вот профессиональные вещи. Да-да-да, Наталья, все правильно вы подметили. Чтобы вот, получить дополнительную информацию еще, да? На нашем курсе мы, например, рассматриваем две задачи. Первая задача — это замечать и считывать невербалику окружающих, то есть кто вокруг вас, с кем вы, как раз вот про то, что Наталья сказала, с кем вы планируете коммуницировать, коммуникацию выстраивать. И вторая задача — это замечать за собой собственную невербалику. А что другие люди видят по вашей невербалике? Какие вы сообщения посылаете в окружающее пространство? Что с вас считывают? Вот эти две задачи. И сейчас основная как бы наша цель — замечать как два вот этих состояния. Одно состояние, когда человек находится в комфорте, он расслаблен. И второе, когда он испытывает дискомфорт. Вот здесь вот два изображения видно, да? Посмотрите. У человека расслаблен лоб, мышцы лица тоже расслаблены. Не поджаты губы. Здесь, когда человек испытывает определенный дискомфорт или стресс, его мозг посылает сигналы телу, и у него такой появляется легкий прищур, наморщен лоб. Видите?
немножко губы поджаты. Здесь могут появляться как такие скулы, напряжение в области шеи, плеч. И дальше здесь. Они приподняты немножко, как будто, да? Да, иногда приподнимается. Это, кстати, очень хороший признак того, что у человека что-то происходит, вот какая-то стресс, какая-то ситуация внутри, какой-то. Поза черепахи — это про это? Вот когда поза вот черепахи, так, да, да, вот да. Когда человек втягивает голову, и тоже сейчас об этом поговорим. Хорошо, как вы думаете, какая часть тела наиболее информативная, наиболее правдивая? Когда вот вы смотрите на человека, даже вы, например, планируете с ним завести разговор, вы хотите что-то получить от него. Что, какая часть тела наиболее информативная, как вы думаете? Глаза. Лицо? Глаза. Нет. Ноги. Ноги, вот, очень правильно. Я просто знала. Ноги. Обращайте внимание на ноги. Даже вот посмотрите сейчас, как ваши ноги стоят, как у вас расположены ноги, как у вас тело расположено сейчас. Насколько вы себя комфортно сейчас вот в этих креслах чувствуете. Вот, ноги очень много говорят о том, что внутри сейчас человека происходит. И сейчас рассмотрим как раз сигналы стоп. Когда мы смотрим на ноги, ноги стоят на полу, именно на стопах. И стопа определяет, куда будет движение или куда не будет движения, например. И в зависимости от того, куда направлена стопа, мы уже понимаем, что дальше планирует, что лимбическая система человека планирует дальше делать. То есть независимо от того, как бы. Наше тело быстрее нас говорит, нежели наши слова. Лимбическая система, если вернуться еще раз вот к этому, лимбическая система, она работает, язык лимбической системы, язык подсознания — это образы, символы, а язык сознательной части, которая мы, это слова и абстракции. Понятно, а можно да? уточнить, да, правильно ли я вас понимаю, что когда мы говорим о работе, о скорости работы лимбической системы, то есть об эмоциях, вот о тех образах, которые мы, да, строим, то речь идет об одной скорости очень высокой, а когда мы говорим о мыслях, то это совсем о другой скорости. И можно сравнить, условно говоря, что это сравнивается скорость там, космической ракеты и движения черепахи. Да, Наталья, абсолютно правильно, то, что лимбическая система работает мгновенно, а сознание, оно очень, по сравнению с лимбической системой, очень медленное. Вот сейчас давайте сделаем такой эксперимент. Сейчас я скажу и быстро-быстро сделайте, ладно, что я скажу? Сейчас все поднимите указательный палец. Указательный палец поднимите. Указательный палец. Указательный палец. Кто поднял большой палец? Вот смотрите. Сначала было вот такое желание, вот это сделать. Да, да. Вот если вы первое, то, что эта лимбическая система сработала, то, что вы увидели, образ, это первая сигнальная система называется, а потом уже вы начали анализировать, включилась префронтальная кора, и вы начали анализировать то, что я вас попросил словами сделать. А попросил я вот указательный палец, да, а показал вот этот вот. То есть тело наше показало вот это, и лимбическая система захотела повторить вот это. То есть вот в этом проявляется скорость лимбической системы. Хорошо, сигналы стоп нам показывают, куда движение. И когда мы обращаем внимание на ноги, мы уже понимаем, человек заинтересован в разговоре с нами, или у него какие-то внутри другие процессы идут, или он уже собирается уходить, или что-то еще. Вот. И направление ног как раз нам показывает о его бессознательном намерении, то есть подсознании, что у него много чего у нас в жизни проходит бессознательно. То есть дыхание. Мы дыхание вообще практически не отслеживаем, оно у нас бессознательно проходит. Разные другие мыслительные процессы. Вот что такое интуиция? Кто знает, что такое интуиция? Вообще у кого-то, кто считает, что у него развита интуиция хорошо?
Интуиция — это то, что внутри нас подсознательно проходят вот эти вот мыслительные процессы, которые глубоко в подсознании идут. Это в форме образов, звуков, ощущений, символов разных. Давайте вот это проанализируем. Давайте вместе посмотрите, что здесь вообще на картинке вы видите, что здесь происходит. Как вы думаете? Вот даже потому, что мы сейчас проговорили про ноги, да, направление. Скажите, кто что видит сейчас здесь на картинке? Мужчины предрасположены к общению с женщиной. Да. Если посмотреть на ноги, вот у этого человека направлена нога сюда, да, в сторону женщины. Это о чем говорит? Подсознательный какой-то интерес, возможно. У него и руки еще характерные. У того, который слева. Вот такая поза демонстративно сексуальная. Здесь тоже нога у него направлена к женщине. Вот по взаимоотношениям здесь что можете сказать между этими людьми? В каких примерно взаимоотношениях они находятся? Вот здесь смотрите. Ну, женщине явно не в своей тарелке она. Женщина, да, посмотрите на положение женщины. Женщина занимает, у нее такое вот ноги вместе. Когда ноги вместе, это значит человек уменьшается в размерах. Он пытается слиться с окружающим пространством. Вот когда, например, магазинных воришек исследовали и наблюдали по видеокамерам, когда идет охранник и магазинная воришка что-то ворует, что происходит в этот момент? Он пытается уменьшиться в пространстве, он пытается слиться с окружающим. Это тоже идет из закономерностей давно уже, то, что мы пытаемся слиться с окружающим пространством, чтобы нас не заметили, чтобы нас не видно было. И такое происходит замирание тоже. Здесь тоже явно проявлено, это субординантная поза называется, это поза подчинения. Когда человек уверен в себе, когда человек такой очень, внутри нет страхов, как он, его тело обычно, как в пространстве находится? Занимает много места в пространстве. Занимает много места в пространстве, широко, свободно, легко чувствует. Он себя чувствует в безопасности, то есть нет страха, что ему кто-то что-то сделает или что-то у него отберет, да? Здесь, наоборот, поза немножко даже, вот видите, плечи немножко сжаты, руки. Вот у нас вот эта часть называется вентральная. Здесь у нас основные органы находятся, сердце, легкие, печень. И когда человек чувствует опасность, лимбическая система, она дает сигнал на сжаться, чтобы защититься. Когда человек чувствует себя уверенно, что он может дать отпор, он обычно открывается и открывает свою вентральную часть. Еще одним из признаков, так скажем, вот этого вот страха, когда человек, вот эта дорсальная часть называется, внешняя сторона, это вентральная. Человек, когда сжимается вот так, острые углы тоже об этом говорят. Вот видели белочка, когда она грызет, там она так, вот так вот. То есть она, чтобы у нее не отняли, закрывается таким образом. Когда человек уверен, например, вот может вот так сесть, да? И это поза кобра называется. В Америке полицейских обучают девушек занимать вот такую позу, когда они встают и занимают больше пространства. Когда какие-то на улице, например, у них переговоры или что-то еще. Их учат, обучают занимать вот так вот больше. Таким образом они невербально транслируют в окружающее пространство, что я могу с тобой что-то сделать, да, там, могу тебе сопротивление оказать. Что еще здесь видите? Давайте вместе разбирать. Ну вот, вот эти двое в расслабленной позе достаточно стоят, свободные, да. А вот этот вот заигрывающий. Вот но этот? У него руки вот так в карманах, вот с этой, вот это вот. На мой взгляд, это заигрывающая поза в отношении женщины. А те двое, ну как бы у них такая иерархически более высокое положение по отношению к женщине. И они очень уверенно расслаблены. У них, видите, на одну ногу они при это, как это называется-то?
позы. Опираются, да, на одну ногу. Ну, по стопам можно сказать, что они заинтересованы в ней, да. Но она себя чувствует не очень комфортно. Мягко говоря. В этот момент она себя не очень комфортно чувствует. Она в позе подчинения находится. У нее еще улыбка вот эта вот вынужденная, дежурная. Как это называется? Улыбка такая. Натянутая улыбка, да. То есть как защитная реакция лимбической системы. Вот смотрите, еще обращу внимание ваше, здесь вот у мужчины немножко сутулинное, то есть сгорбление называется. Это когда такую легкую неуверенность человек чувствует, и у него вот тоже здесь зажаты. Вот этот мужчина, скорее всего, он ихний руководитель. То есть видите, как бы, как он стоит, у него прямая осанка. Смотрит. Но здесь надо смотреть на общее состояние, мышечный корсет, как находится. И вот если все тело напряжено, а если такое более расслабленное, значит ему более комфортно. А если напряжено, и тогда значит стрессовая ситуация. Ну, смотрите, вот насколько я понимаю, логика такая. Если человек знает, что ему в той или иной ситуации может грозить условно какая-то опасность, он не будет стоять на одной ноге. Он будет стоять твердо на обеих ногах, опираясь. То есть в позе, когда я могу оказать сопротивление. В любой момент. Да. Ну, важно здесь замечать, просто нам обращать на это внимание. Вот сейчас мы это разобрали, вы теперь будете обращать на это внимание, будете замечать. То есть и по ногам будете определять, подсознательно человек, что хочет сейчас, в данный момент. Смотрите дальше. Здесь что у нас, видите? Нога, вот такое, когда общение происходит, это о чем говорит? Нога направлена. Хочет уйти? Хочет уйти, да. То есть он не полностью заинтересован в этом разговоре, в этой коммуникации. И его нога показывает, что он хочет уйти. Ему хочется уйти. Здесь вот смотрите, поза какая, осанка, общий мышечный корсет, как расположен, и ноги куда смотрят. Ноги стоят, причем полностью стопа стоит. А можно задать прям параллельно вопрос насчет мышечного корсета? Есть же категория людей, которые занимаются спортом, у них изначально, ну, как бы осанка, там, танцами кто занимается и так далее. А есть категория людей, которые постоянно за компьютером сидят, у нас молодежь такая, да? У них вот сам по себе вот они сутулы. Это в зависимости от контекста и от человека. Если вы знаете о человеке больше, вы уже будете замечать, вот в привычной жизни у него какое состояние. И в каких-то определенных ситуациях какое состояние, в данный момент какое состояние, как у него тело проявляется. Дело привычки же еще есть, например, как? Сутулы ходить, да? Вот смотрите, если я правильно ваш вопрос поняла, то здесь речь идет о том, что, допустим, ну, нам нужно срочно просканировать, да, человека, которого мы видим первый раз в жизни, мы не знаем, занимается он спортом, у него это сутулость ситуативная или она у него привычная, и он так ходит, то у нас есть, я думаю, еще другие маяки, которые мы в этой же ситуации можем анализировать, какое у него при этом выражение лица, как у него стоят стопы, как он руки держит, да? То есть, повторю, если мы не можем анализировать вот именно только сутулость, то используем, вот я бы так сделала, использовала бы другие, да, как бы подсказки. Спасибо. В любом случае нужно смотреть вот конкретно эту ситуацию, то есть не отрывая, не вырывая из контекста, так скажем, то, что происходит, вот состояние человека, как его мышечный корсет, как его тело проявляется. В определенном контексте. То есть вы хотите сказать, что любое положение тела всегда относится только к этому контексту? К разным контекстам может относиться. Но проявление нужно, я имею в виду то, что контекст обязательно нужно рассматривать контекст, в каком контексте это происходит. То есть контекст очень важен. Здесь, смотрите, ноги направлены друг на друга, да? Это о чем говорит? Заинтересованность в общении. Да, то, что они заинтересованы в общении, и они хотят с друг другом общаться. Здесь вот, смотрите, здесь как нога, и здесь как нога у них. Быстрее бы все это закончилось. Да, скорее всего, здесь их посадили просто для того, чтобы сделать общую фотографию. Вот. И
сама регламент, так сказать, встречи, она предполагает вот это вот взаимодействие. Но по факту подсознательно они не хотят с друг другом там общаться. У того мужчины в очках, у него кроме ног еще же лицо такое напряженное. Да. Да, правильно сказали, быстрее бы все это закончилось. Здесь смотрите на картинках. Вот этот вот человек, обратите внимание. Кто из них больше заинтересован в этой коммуникации? Тот, который руками еще жестикулирует и говорит, да, что-то. Здесь он даже практически вот к нему полуразворотом сзади, да, как на него. Вот это говорит о том, что он вообще... Подчиненная поза какая-то такая немножко. Да, он не заинтересован в этой коммуникации, а этот больше человек заинтересован. У него ноги туда смотрят, вперед, даже взгляд голова в другую сторону смотрит, и корпус повернут. Корпус тела повернут у него. Здесь, что видите? Посмотрите. Ноги направлены. Здесь тоже нога направлена. Корпус повернут. И здесь тоже корпус повернут. Смотрят, улыбаются. Тоже. Заинтересованы в общении. Здесь давайте разберем. Давайте поактивнее включайтесь. Вот. Что вы видите здесь на вот на этой, на первой картинке? Руки в брюки, да. Уверенная поза, да? Занимает много пространства. Про женщину что можете сказать вот про это? Здесь вот про эту женщину что можете сказать? Она как будто бы своей тарелки немножко там. Ну да, и она как будто вот здесь... Она вынуждена, да, общаться с ними? Да, да, да. У нее тоже такая как субординантная поза, ноги вместе. Руки в карманах когда? О чем это говорит? Ну, тут, может быть, разные тоже моменты, когда это может быть что-то, нежелание что-то говорить, или здесь вот как такое вот, как доминирование. Наоборот, как демонстрация здесь, да? Ну, вот это в сером варианте, руки в карманах, она демонстративная, да, 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 очень. Демонстративно показывает свое как бы превосходство, что ли, такое вот, положение свое. Что еще здесь видите на этой картинке? А, ну вот тоже демонстрация такая своего превосходства здесь, в этом окружении, так сказать. Хорошо. Здесь что видите? По ногам даже вот то, что мы ноги посмотрели. Да, вот левая нога у крайней девушки. Вот это вот. А. И здесь тоже такое вот, можно сказать, что ну, не совсем заинтересованный разговор. Здесь у нее тоже направлены ноги не на собеседников, а куда-то вот сюда в сторону. Здесь тоже, и здесь тоже. У них такой вот как будто разрозненный, просто пару слов перекинулись как будто. Да. То, что руки здесь сжаты, о чем говорит? Напряжение некоторое. Да, то есть и какое-то... Среди двух дам стоит мужчина по напряжению. Определенная закрытость, такая моторика, и как будто нежелание общаться, не выдавать информацию. Но он еще предпочитает ту, которую светил в чулках. У него нога так чуть-чуть больше в эту сторону. Ну да, а еще смотрите, видите, у него приподнято здесь. Это называется, когда пятка приподнята. Это о чем говорит, что человек сейчас уже собирается уходить. То есть такая называется стартовая поза. Он собирается уже как бы планирует уйти. А если руки назад вот у девушки, это говорит о чем? Тоже не хочет общаться, скорее всего. И то есть тоже как закрытая поза, да? Как? Да, не хочет показывать. Открытая поза — это вот, когда мы показываем, когда
ладони видно, а здесь как бы нежелание общаться скрыть. То есть лимбическая система, у них у обеих закрытая поза, просто у одной вот эта закрытость спереди, а у второй сзади, но это одно и то же по смыслу, да? У вот этой имеете в виду? Ну, у нее же тоже руки впереди сведены. Да, но при этом здесь, смотрите, у нее такая вот расслабленная поза, да, видите? То, что нет мышечного напряжения, так она как бы ее не напрягает, эти люди. То есть такое. О чем еще говорит направление стоп? Когда, например, замечали, может быть, какую-то хорошую новость человеку сообщают по телефону, а у него нога вот так вот вверх поднимается. Видели? Или это что такое? Вот когда, например, баскетбольная команда или вообще какая-нибудь команда, игры разные играют, они выигрывают, что делают они обычно в конце? Ура! Там руки поднимают. То есть это движение противоположное гравитации. Когда высвобождение позитивной энергии, вот, и это значит хорошая какая-то радостная новость, и лимбическая система об этом уже знает. И тело уже об этом говорит заранее. Сначала тело говорит, а потом человек уже об этом сообщает. И когда стопа вверх поднята, то это говорит о том, что человек сейчас, у него какая-то хорошая радостная новость там, или что-то у него внутри хорошее происходит. Когда стопа вниз, это когда пятка, точнее, вверх. Это стартовая поза, как я уже сказал. То есть желание завершить диалог и уже к каким-то другим процессам перейти. Вот здесь смотрите, что здесь происходит. Даже по ногам можно понять вообще, кто что хочет, какое у кого намерение подсознательное. Зюганов хочет сбежать. Да, ему эта ситуация вот явно не нравится. Что я тут вообще делаю? Да. Выражение лица у него такое. Вот вытянутая рука, видите, больше пространства занимает, начинает как бы такой захват, а такая агрессия, атака, такое лимбическое нападение. Здесь нога назад отодвинута немножко, как будто такое отступление небольшое. И у Зюганова положение, он закрылся, вот видите, у него руки в замок сжаты, он закрылся просто вот от этой ситуации, которое происходит, вот как раз какой он попал, и при этом... Просто деваться некуда. Да, деваться некуда, но у него одна нога направлена сюда, и эта нога в стартовой позе. Он вот, как они руки уберут, он встанет и уйдет оттуда. То есть такая... Здесь, смотрите, что здесь происходит? Нога, нога тоже... на носочке стоит уже, нога, да? Нога на носочке, но при этом направлена, да? Но здесь, наверное, тоже, скорее всего, регламент предполагал сделать фотографии. Вот это вот, что такое это? Ну, это, конечно, уже заезженный, это уже знак. Я не помню, кто, Алан Пис, по-моему, это говорил об этом знаке. Но и многие уже на это и... Специально уже ее используют. Да, это... да, да, да. Поэтому для нас это, ну, не является таким как бы знаком от невербалики, да, что-то, потому что это уже заезженное. По-моему, вообще одно сплошное напряжение во всем. Нога, рука, поза, лица. И вообще позы ненатуральные, да, ведь? То есть вот как вот это вот меня посадили, протокольный отдел, наверное, сказал сидеть вот так, вот так я сижу. Да, ну сам регламент встречи предполагает... такую невербалику, поэтому они как бы вынуждены так сидеть. Тоже многие, видите, ну, что-то, конечно... А можно я вот в связи с этим, да, небольшую как бы вот, ну, иллюстрацию дам? Дело в том, что, сейчас скажу, вот чем, почему вот, чаще всего именно такие фотографии демонстрируют? Потому что этих людей учат, как вести себя в кадре, как, потому что знают, что их будут фотографировать на весь мир. Но почему Айрат сказал, что ноги — это самое главное? Потому что ученые выяснили, что несмотря на то, что тебя учат, как надо вести себя, что ты, допустим, контрразведчик, который умеет владеть своим телом, что ты умеешь прям все-все-все, ноги не успевают. То есть пока...
твоя мысль дойдет до того, что вот до ног, представляете, вот отсюда до ног, что надо вот сейчас себя проконтролировать, да, чтобы, не дай бог, не выдать секрет, не выдать себя, не рассказать. Не... Ноги в это время уже побежали, например. Однажды я была в ситуации, когда человек был на допросе, и его, в общем-то, поймали с поличным, что называется. И вот он сидит вот так вот, то есть по внешнему, по верхней части корпуса совершенно ничего нельзя было понять, так вот. А ноги у него уже под столом вот так вот бежали, понимаете? То есть он убегал оттуда уже. И вот эту часть действительно не может человек проконтролировать. Если вы хотите знать, что человек на самом деле думает, можете сразу смотреть на ноги. Это действительно самое информативное место. Да, спасибо, Наталья. Извините, это ремарка. Если нет возможности, например, вы за столом сидите, то тогда смотрим на верхнюю часть тела человека. Но когда есть возможность, можно со стороны смотреть, просто как у человека ноги находятся. Как сказала уже Наталья, это такая информативная часть, которую человек не успевает проконтролировать. Да, этих людей как бы их обучают, как правильно вставать, как сидеть. То есть они себя очень хорошо контролируют свое положение тела в пространстве. Вот то, что я уже сказал, когда направлено вверх, это о чем-то говорит позитивном. То есть когда стопа вверх смотрит. Здесь вот, смотрите, переговоры Эрдогана с Путиным, да? Да, Путину нравится. Да, он какая-то, видимо, там был переговор, хороший результат переговоров. Вот, нога смотрит, стопа смотрит вверх. Это говорит о том, что ему нравится эта ситуация и исход от этих переговоров. Вот, и еще руками потирает. Видите, так, когда мы что-то хорошее там у нас, или сделку сделали хорошую, или договорились о чем-то, руками потирает. Тоже невербальный сигнал такой. Здесь тоже, вот видите, нога. Здесь что происходит? Посмотрите, корпус Обамы отдался вперед, да? А ноги выдают его, да? Да, заинтересованность, а ноги смотрят туда. У Путина здесь нога тоже приподнята, тоже ему, значит, нравится то, что, как бы, что происходит, о чем они разговаривают. Ну, Путин более открыт, предрасположен, так скажем. Да, ну, у Обамы здесь вот в этом районе какая-то есть напряженность. Все-таки что-то его напрягает. Если посмотреть внимательно, видите, как ноги неустойчиво стоят. То есть нет такой четкой опоры, когда ноги так вот как-то не очень устойчиво стоят. Дальше смотрите. То, что я сказал про реакции лимбическое бегство. Вот одно из первых стадий — это отшагивание, когда наша лимбическая система видит, что какая-то есть определенная опасность. То есть происходит такое телом отшагивание. То есть стрессовая ситуация какая-то или неизвестность какая-то. Обычно возникает внутри страх, и подсознательно тело начинает отшагивать. Здесь вот это, я не помню, это пранк, по-моему, какой-то. Не смотрели, не видели. То ли с бензопилой, то ли с чем-то там. И вот здесь отшагивает. То есть он увидел этого переодетого клоуна и отшагивает. Здесь тоже на улице какая-то произошла перестрелка, то ли конфликт какой-то, тоже здесь отшагивание происходит. То есть тело делает назад шаги. И вы это можете замечать, когда кто-то создает какую-то определенную опасность, тело начинает отшагивать само. Здесь тоже вот этот тоже был это пранк какой-то, по-моему. И здесь тоже включается это отшагивание. Хорошо, по стопам есть вопросы, по ногам? Все понятно по ногам? Дальше двигаемся. Смотрите, там на самом деле признаков очень много, но у нас, так как время очень сжато, мы здесь рассмотрим вот как бы основные такие ноги, туловище и плечи. А более подробно у нас есть курс невербалик, он там целых 2 дня идет. Мы там подробно все разбираем, прям досконально, детально.
мышечный тонус туловища. Сейчас мы рассмотрим, как плечи что показывают. Например, туловище, мышечный корсет туловища что показывает. Сгорбление когда? Посмотрите, вот до этого тоже на картинке видели у мужчины, я это тоже показал. Когда происходит сгорбление, это говорит о том, что человек, его миндалина считала какую-то опасность ситуации в этой, и его тело сгруппировалось для того, чтобы произвести, то есть человек показывает этим готовность произвести сопротивление, когда какая-то определенная опасность возникает. То есть человек в этот момент тоже определенный стресс испытывает. И вы это можете тоже заметить в коммуникации или в общении, когда происходит такое сгорбление. Спина как бы так сгибается. Это происходит такое вот, как будто бы видели, как бойцы становятся в этот в стойку и защищают вентральную часть, жизненно важные органы. Таким образом. Здесь тоже. Вот у него... Ну, у него слегка, да, здесь тоже слегка, но сгорбление все равно есть. Тоже показывает, что они готовы принять этот бой, и при этом сопротивляться готовы. Здесь, смотрите, занимает больше места в пространстве, видите? Еще такую вещь заметили, то, что когда мы вот так стоим, видите, это как двухмерное, да? И когда вот так стоим, какое больше на вас эффект оказывает? Почему, как вы думаете? Больше пространства. Больше пространства, да. То есть тоже, когда вы, например, ведете переговоры или общаетесь с кем-то, если вы будете вставать вот так вот, а не вот так вот, то есть вы будете занимать больше пространства, и таким образом этот ваш образ будет более привлекательным, так скажем. Здесь вот человек, он готов принять, как бы его лимбическая система показывает то, что он готов оказать ему сопротивление, но при этом все равно испытывает стресс определенный. А у этого спина прямая, то есть он абсолютно уверен в себе, и у него нет вот этого вот ощущения страха, он внутри ощущение, что он его поборет. Прямота туловища тоже говорит о том, что человек уверен, он не боится, и для него никакое внешнее воздействие не показывает опасности. То есть для него не может быть нанесен вред или урон. И его туловище, его тело показывает как раз это. То есть когда человек стоит прямо, вы за собой тоже можете замечать, в каких-то ситуациях, если у вас, например, начинаете бессознательно сутулиться, можно выпрямить спину, и это повлияет непосредственно на ваше состояние. Еще заметили то, что в стае обезьян, когда старый вожак, он начал уже как бы сдавать свои позиции, да, пришел молодой, тоже претендующий на его роль. И они начали драться. Вот. И в какой-то момент вот этот вот старая обезьяна начала побеждать. И когда у обезьян есть такое вот гримаса подчинения, это появляется такая вот, типа, как бы улыбка, и брови вот так вверх поднимаются. Вот. И эта обезьяна начала замечать, что у нее вот бессознательно начала появляться вот такая вот гримаса. Гримаса подчинения называется она. Вот. И обезьяна начала вот так вот лапами убирать эту гримасу подчинения. Тот старый обезьян, он это увидел и был в шоке. Пока он находился в этом шоковом состоянии, тот молодой его схватил за шею и победил. Таким образом занял его. То есть, даже обезьяна догадалась, что она не выдает не тот невербальный сигнал. Понимаете, как бы, а
мы уже как бы можем вообще все свои невербальные заметить и изменить, трансформировать. Здесь вот что происходит, смотрите, тоже прямая осанка говорит о том, что человек уверен, готов принять этот бой и готов оказать сопротивление. То есть и не боится даже то, что ему урон нанесут какой-то. То есть он, его лимбическая система считывает, что он может оказать сопротивление. Здесь то же самое, смотрите, спина прямая, даже у ухмылка есть тут, да, что как бы. Здесь что видите? Если анализировать как раз положение туловища, вот, заднюю часть, спину, грудную клетку. Ну, у них да. Говорите, надо. Говорите, говорите. У кого неуверенность? Вот этого. Как видите, что неуверенность? Ну, легкое сгорбление, но руки впереди, это, наверное, у него просто у самого руки, ну, такая, анатомия рук такая. Да, руки, скорее всего, так. Здесь можем замечать легкое сгорбление, возможно. Здесь, вот смотрите, видите, у него, если вот это вот взять, у него прямая осанка. То есть он даже вот расслаблен, а этот чуть более напряжен, да, видите? Ну, этот вот с бородой, который, с волосами, который вперед, как будто чуть-чуть у него корпус идет, а у который с наколками, ну как будто даже слегка назад чуть-чуть, но при этом голова, смотрите, такая немножко высокомерно приподнята. Голова приподнята наверх. Вот это о чем говорит, то что у него, ну у него вроде прямо здесь стоит, но когда если подбородок вниз опускается, это уже говорит о том, что человек занимает субординантную позу, позу подчинения. То есть, а когда человек раскрывается и подбородок немножко выше, это говорит о том, что доминантная поза. То есть он себя более уверенно чувствует. Вот это вот здесь более уверенную позицию занимает. Расслабленность туловища говорит нам о том, что человеку тоже не представляет никакой угрозы. И, например, когда человек занимает не вот такую устойчивую позу, да, там, а может позволить ноги так поставить. Вот из такой позы, да, там какой-то там оказывать сопротивление не очень удобно. То есть, когда ноги в таком положении находятся. То есть опоры нет. И это говорит о том, что человек как бы расслабленно себя чувствует и комфортно. То есть из этого состояния можно вести диалог, коммуникацию, общаться. То есть, когда человек расслаблен. Даже здесь можно заметить вон улыбку у них. Да, тоже еще хотела небольшую ремарку. Очень часто пишут в такой литературе, что вот это скрещенные ноги, говорят о том, что человек закрыт. Еще раз апеллируем к тому, что смотрим в контексте. Потому что человеку элементарно может быть либо холодно, либо в туалет надо. Поэтому вот, ну, как бы вот все в целом надо смотреть. Все, что написано в популярных книжках, это все, конечно, это клише, это определенные паттерны. И не факт, что вы общаться будете с человеком, если будете по этим паттернам смотреть, то вы будете просто ждать тогда, когда же он все-таки вот, ну, проявится, этот паттерн. А этот паттерн может не проявиться. И нужно смотреть вообще, что с человеком, в каком состоянии находится, как его тело проявляется. В обычном состоянии, сейчас, ну и вообще наблюдать. Больше наблюдать. Даже элементарно тот же самый подбородок. Если я маленькая, я все время вот так смотрю на человека, которого он высокий. Да, зависит. То есть по одному признаку невозможно. Физиологии человека тоже смотреть. То есть, как Наталья сказала, тоже контекст очень важен. То есть замечать, в каком контексте происходит эта коммуникация. Здесь тоже показаны вот расслабленные позы, когда с человеком можно начать коммуникацию. То есть он, его лимбическая система не считывает, что какая-то есть опасность. Вот, и в этот момент можно начинать коммуникацию. Вот здесь, смотрите, стоит тоже расслабленная поза, прямая туловище. Здесь что видите? На этой картинке. Это у нас Обама, да, сидит в своем кабинете. Да, он показывает, что я здесь главный. Даже у них принято так, что они закидывают ноги на стол. На этих людей посмотрите, что здесь видите по невербалике этих людей. Очень много интересного.
Ну, менталитет еще тут есть, да? У нас, например, это же не принято на стол ноги складывать. А для них-то это в норме же, по-моему. Да, да, да. У них это как бы в норме вещей. Посмотрите вот на этого человека. Что видите по невербалике его? Опора на стул, да, идет? Да. То есть опирает. Ну, здесь тоже, опять-таки, контекст. Может, у него, я не знаю, слабость, плохо себя чувствует, здоровье там. Ну, вот ставить, ну, сказать, ну, что еще? Вот напор хочется. Нашел. Как будто он говорит, поставил. Ну, что еще, типа, придумаете? Ну, какое-то недовольство все равно здесь прослеживается. Здесь эти люди что тоже, видите, здесь вот этот вот мужчина, смотрите. Ну, тоже, да. Занял. Да, агрессивно. Ну да, он пытается занять больше пространства, как бы бессознательно пытается вот с ним конкурировать. То, что не ты, типа, главное здесь. Человек после того, кто опирается на стул, он достаточно такой закрытый. Ну да, напряжение видно, да, вот его, в его теле мы видим напряжение. То, что как вот первую картинку я показывал, мы отслеживаем расслабление и вот дискомфорт, напряжение. Как раз. То, что где-то, если появляется напряжение, это уже признак невербальный, что происходит что-то не то. С другой стороны, здесь можно его прочитать как готовность выполнять поручения безоценочно. Вот второй, который с типа бумажечкой. Возможно, да. Мы контекст, конечно, не знаем их разговора, их, что там, о чем они говорили, но по невербалике видно, что он в напряжении здесь. Второй, который с бумажечкой вот этот, стоит, да. Вот этот, да. Готов записывать, ну, как да, бы. Да, да. То есть он в субординантной позе, позе подчинения, то есть и да, готов выполнить поручение егошнее. А можно про многие стали добавить? Да. Я вот слышала то, что в Америке же ковбои были, они когда долго скакали на лошадях, у них затекали ноги, и чтобы отек спал, они закидывали их на стол. Оттуда потом приезжали, да. Возможно, честно говоря, не знаю, вот откуда взялось это. Наверное, скорее всего. Один вариант я слышал тоже такой. Хорошо, лимбическое бегство. Это про то, что я уже говорил, вот эта функция. Опасен, не опасен. Тело замирает сначала, и потом лимбическое бегство. Это когда, например, человек разговаривает с вами, а ноги у него направлены в сторону двери. И его тело уже убежало отсюда. Вот. И вот как раз направление показывает, что подсознание у человека происходит. Здесь вот, это может быть, помните программу это? Здесь она собралась, тоже ситуация была, ну, для нее стрессовая, неприятная. Вот. И обсуждение ситуации вызывало вот лимбическое бегство у нее. То есть она поджималась и всячески пыталась, тело показывало, что она хочет убежать оттуда, из этой ситуации. Я не помню, что тут передача какая-то была, по-моему. Там. Да. Хорошо, по туловищу есть вопросы еще? По расположению туловища? У нас сколько времени еще осталось? 10 минут. Ну, давайте вот сейчас быстренько еще по трапециям пробежимся. Вот здесь у нас есть еще мышцы, которые плечи. Вот здесь плечи — это очень хороший индикатор. И мы даже у нас на группах, очень много групп провели, и замечали мы тоже, когда определяли ложь, все человек идеально говорит. Все прям, все сигналы показывают, что вот ну, конгруентно. Но плечи, вот, плечи дергаются. То есть даже вот можете посмотреть, понаблюдать за политиками, когда что-то говорят. Вот это бессознательное движение плеч, оно говорит, что... То есть человек словами говорит, сообщает вам одну информацию, а бессознательная, его лимбическая система, его тело говорит, что нет, ты неправду говоришь. То есть таким образом проявляется. И здесь можно обращать внимание на... Плечи как раз тоже на трапеции, как двигаются. Да, а давайте попробуем сделать это движение. Я не понимаю. Вот смотрите. Плечи приподнимаются, и голова сжимается. Вот попробуйте сделать так. Да. И
Это черепаха. Это черепашья поза называется, да. Как будто мы пытаемся голову как страуса в песок засунуть. Вот, тоже это спрятаться. То есть, когда для нас неудобный какой-то вопрос неудобный нам задали, ситуация какая-то неудобная, от которой мы хотим, бессознательно лимбическая система хочет нас спрятать от этого. То есть, и вот это вот тело, оно как раз проявляет такое. Оно может быть не такое явное, а такое легкое вот приподнятие плеч, прижатие головы. Здесь вот видите, Жириновский какой-то тоже вопрос ему задали. И у него плечи приподнялись. Причем это происходит мгновение буквально. Все признаки, они очень быстро происходят. И нужно вот это уметь замечать. То есть здесь тоже голова прижата, видите? И плечи приподняты. Здесь тоже вот плечо, видите, поднялось. То есть задали какой-то неудобный вопрос, и плечо поднялось. Здесь тоже черепашья поза. Голова прижимается, плечи пошли вверх. Тоже какая-то, может быть, какой-то неудобный вопрос задали. Или какую-то ситуацию обсуждать начали, которую дискомфортно обсуждать. Хорошо. Так, сенсорные блокираторы. Ну, быстренько давайте пробежимся и потом перейдем к практике. По поводу профайлинга сейчас расскажу еще немного. Вот когда человек вот такие вот жесты. О чем это говорит? Закрывает уши, нос там, или глаза. Это говорит о том, что лимбическая система не хочет воспринимать информацию. То есть не хочет видеть эту информацию. То есть, и наше подсознание закрывает нас от этой информации с помощью вот этих вот блокираторов глаз. Также блокираторы ушей, когда человек... Не хочет слышать, да. То есть закрывает лимбическая система, закрывает канал, через который идет информация. Не хочет слышать, например, этого человека, там, голос. И как-то отворачиваться, может быть, даже, и закрывать. То есть такие вот, по таким признакам можно увидеть, что человек не хочет воспринимать эту информацию. Здесь закрывает губы. Здесь возможно такое, что человек не хочет сообщать какую-то информацию. Тоже. Или врет, да? Врет тоже очень. Когда врет, очень сложно определить. Там много в комплексе надо в купе смотреть, все признаки. Но основной это вот напряжение. То есть оно может при. Если какую-то часть тела человек контролирует, все равно где-то выскочит. Там, все тело, например, проконтролировал человек, а плечи побежали вверх. То есть надо замечать, все тело сразу видеть человека. Но на самом деле, вот если говорить о лжи, когда человек сам себе врет, ведь у бессознательного нет понятия правды и ложь. И по умолчанию, априори, бессознательный человек всегда готов говорить правду. И если мы производим сознательную ложь, то вот этот жест, он может появиться. Нельзя сказать, что его вообще нельзя трактовать, как да. Что человек врет. Есть такое, что как бы сам организм человека говорит, я вот сейчас вот сам себе не верю, и вот сам себе рот закрываю. Такое тоже может быть. Да. Либо это может быть свидетельством того, например, что у человека не очень свежий запах изо рта, и он об этом знает. Вот это тоже нужно иметь в виду. Поэтому, опять-таки, все в комплексе. И нельзя говорить тоже то, что если человек, например, к носу поднес там по руку, да, там, это не значит, что это он врет. Возможно, просто здесь... Чешется нос. Носогубный треугольник называется. Здесь очень много кровеносных этих сосудов. И здесь лимфоток тоже проходит. Когда стрессовая ситуация для человека, мозг посылает сигнал импульса, там, погладь меня, расслабь меня, то есть сними стресс. И мы бессознательно, вот рука сама тянется, чтобы разогнать вот эту кровь, вот эти лимфотоки все, импульсы убрать. Вот. И носогубный треугольник как раз тоже здесь, когда губам подносит или к носу человек. Да, еще для женщин очень характерный жест, когда женщина находится в напряжении, вот здесь рука очень часто. Замечали, да, девочки? Вот нервничаем, когда вот себя сами вот так вот гладим. Да, это очень женский, очень такой характерный жест, который говорит о том, что я сейчас нахожусь в напряжении. Мне сейчас нужно как-то вот успокоиться. Угу. Вот, например, почесали нос. Тоже говорит о том, что о чем-то стресс какой-то произошел в мозгу. И здесь приток крови. И человек, просто чтобы снять этот стресс, какой-то зуд, он производит эти движения.
Это перенаправляющее действие. Когда в мозгу, как раз вот то, что я сказал, происходит стрессовая ситуация, чтобы ее расслабить мозг, он производит такие движения. Вот. У девушек это поправление волос. Но здесь тоже у девушек может быть разное. Это может быть скрытый сексуальный сигнал. Вот когда, например, девушка вот так делает и поправляет волосы, вот эта часть раскрывается, вентральная часть. Здесь это похоже на промежность, это скрытый сексуальный сигнал. Тоже здесь смотреть нужно, от контекста зависит. Бывает просто волосы нужно просто поправить, да, там. Тоже нужно смотреть это внимательно. Как, в каком контексте это происходит. У мужчин есть такое вот очистка ног называется, успокоение, как происходит. То есть какая-то стрессовая ситуация для человека, и он руки ставит на ноги и вот так вот делает. То есть это можете заметить. Как поглаживание, Поглаживание, успокоение происходит таким образом. Потом массирование шеи, там можете заметить, такие же тоже сигналы. Это значит, что для него стрессовый разговор, который сейчас, например, вы заводите, для него стресс. Вот смотрите, вот прям иллюстративная ситуация. Вот я сейчас держу руки на шее, но не потому, что мне надо расслабиться, а потому, что мне шея устала вот так вот сидеть, понимаете? Да. Вот тоже двоякость такая. Тут нужно смотреть как бы. Хорошо, вопросы есть по этому? Потому что мы рассмотрели. Хорошо. А можно немножко другой вопрос? Давай. Есть же такое направление физиономика, гномика, что как физиогномика. Она называется? Физиогномика. Да, да. Ну, как бы люди с определенными этими мимикой рождаются. Теория Ламбразо? Да. Как вот вы насчет этого смотрите? Ну, то есть эти знания, они как помогают? Или, ну, то есть считывает человека портрет, да? Значит, характер у него такой-то. Ну, или врожденные вы имеете в виду, отклонения какие-то? Не отклонения, а черты лица. Черты лица. Например, крупный нос говорит о том, что он такой-то, такой-то, такой-то. Близко посаженные глаза, такой-то, такой-то, такой-то. Там. Уши там такие, сякие, ну, то есть. Узкие губы злой, толстые губы добрые. Вот так вот. Лично я опираюсь на то, что я уже сказал, смотреть и наблюдать за человеком вообще, как он проявляется. Даже если у вас там не было времени там посмотреть, да, вы видите первый раз человека. Вот промежутки этого времени просто наблюдайте за человеком, как он в течение времени проявляется. Вот, независимо от того, какая у него вот это вот. На самом деле, к этой теории нет однозначного отношения. Есть ученые или там практики, которые прислушиваются к его теории. Кто-то говорит, что это вообще, ну, бред сивой кобылы, да. Но мне кажется, опять-таки, если вкупе использовать что-то, то можно свою как бы информативную базу набрать. Спасибо. Хорошо, по поводу профайлинга сейчас скажу еще, и мы тогда, кто у нас там заявились, участники, сейчас будем смотреть. На что мы внимание обращаем? Первое, это, во-первых, чтобы четко заметить, врет человек или нет, я как это делаю? Я занимаю такую же позу, как человек, чтобы полностью войти бессознательно с ним в контакт. Может быть, вы слышали про зеркальные нейроны? Да. Тоже, как бы. И замечайте, вот если у вас в теле напряжение появляется где-то, и замечайте, видите человека полностью тело. Какие-то элементы тела могут быть двигаться не так. При каких-то словах это уже будет говорить о том, что человек уже что-то, за этим какая-то информация скрыта, и можно задавать вопросы определенные. Вот. Это ключевой момент вот, выявления. То есть человек с словами может говорить одно, а его тело будет говорить, что это не так, что это неправда. И тогда вы будете замечать это. Хорошо. С этим понятно? С определением? Давайте тогда, кто у нас заявлялся первый, кто участник, кто хочет? Девочки, давайте, чтобы быстрее время, потому что да. Уже у нас это... Выходим сюда, рассказываем свою историю, а я тоже сяду. Сюда сейчас взял микрофон. Здравствуйте, меня зовут. Сейчас, подождите, вы тогда, может быть, ну ладно. Сейчас ваша задача основная. Человек будет рассказывать, мы сразу не говорим, правда или ложь. Вы замечаете все вот эти признаки, которые мы видели, да? Замечаете, как меняется мимика, там, что, малейшие признаки, плечи как двигаются. И потом дальше уже будем обсуждать, то правда это или ложь. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я приехала из Москвы.
И я чемпионка по фигурному катанию. С 3 лет я занималась фигурным катанием и бросила это занятие, к сожалению, в 15 лет. Сейчас я уже мало что умею, и, ну, на самом деле я не хочу возвращаться в этот спорт. Ну, сейчас стойте тогда. Нет, подождите, мы сейчас обсудим. Да, да, да. Что заметили вы? Быстро прям, давайте, кто что заметил? То есть как-то сдерживала. Ну, вы же знакомы, наверное, с Алиной, нет? Первый раз видите, да? То есть вы не видели, как она у нее поведение обычно? Я не хочу туда возвращаться, и при этом было движение вперед, вот так на носочки встала, покачивание такое вперед. Угу. Ну, покачивание как... — это скрытый сексуальный сигнал. То есть как бы, ну, в этом ничего смешного нет, нормально как бы все. Кто-то заметил где-то какое-то напряжение в теле, какой-то зажим? Это тоже может быть, тоже учитывать нужно, что здесь как бы много людей сидит, и у многих есть там страх публичного выступления. Улыбка не вот сейчас, по крайней мере, а не открытая. Вот сейчас открытая, а была напряженная такая, закрытыми, ну, только губами. Хорошо, спасибо, Алина. Следующий тогда. И потом, когда все выступят, уже мы потом скроемся, да? Кто, у кого какая история была? А там также 30 секунд должно быть и все. Да-да-да. Коротенькая, чтобы мы успели. Меня зовут Арина, я ученица, студентка 4 курса журналистики. Вот. Дело в том, что когда я была в 11 классе, лето после 11 класса я сдала экзамены, безумно хотела поступить в университет уже наконец-то, безумно этого ждала, хотела все вот эти активности, которые были в университете, хотела в них принимать участие. Наступает, у нас тогда 1 сентября, 16 сентября началось, там в связи с некоторыми событиями. Мы пришли, и я узнаю в этот день, в первый день учебы, я ходила со сломанной ногой 2 недели. Так получилось, ну, у меня сломана была стопа, вот, она не имеет никакой опоры, ну, не имеет никакой основной функции, вот, поэтому я могла ходить, и меня забрали родители в свой город, в Салават, из Республики Башкортостан, я не смогла нигде принять участие, вот, и очень сильно этому расстроилась. Даже после этого, ну, я была очень открытым человеком, могла, ну, очень хорошо найти с кем-то общение и коммуницировать, после этого даже стала закрытой какой-то, потому что вот просто загналась из-за этого. Все? Хочется сказать, верю. Хорошо. Кто что заметил? Глаза вот она сверху брала или вспоминала. Еще какие признаки заметили? Ну, свободная речь, свободное движение, не скованное, свободная жестикуляция, иллюстрирующая. Да. Угу. Публично выступать любите вы? Ну, нет страха сцены, бы, да. Но опыт бы. Есть до этого? Ну, чуть-чуть. Ага, хорошо. Все, спасибо. Следующий. Здравствуйте, меня зовут Эльвира. Я вам расскажу историю, которая сегодня произошла в столовой. Там была очередь, как обычно, до улицы, и один парень стал возмущаться, спрашивать, у вас всегда, что ли, такая очередь? Включил телефон, начал это все снимать. А другие люди, он стал к ним обращаться, как вы к этому относитесь, но другие люди хотели его избежать и побыстрее зайти, и в итоге коммуникацию ему ни с кем наладить не удалось. И в итоге он вроде успокоился, но недовольство у него осталось. Спасибо. Спасибо. То, что здесь заметил? Ну, изначально постоянно. Еще какие признаки увидели? Глаза видно. Что еще? Но жестикуляция тоже достаточно
Ну, на самом деле надо смотреть, как она до этого, в другой ситуации, и как она здесь сейчас. Вот. Хорошо, спасибо. Так. Так, ну давайте тогда предположение, кто врет, да, кто, у кого была выдуманная история. Первая, вторая или третья? Третья. Кто еще как думает? Ну и скрывайте, давайте, кто у кого как правдивый, у кого выдуман. Ага. Вот, видите, помните первое, как бы сказали, да, то, что какие признаки очень там, помните? Очень много напряжения было в первом, да. Что там замечали вы? Я сказала, что я мускулинёвость плечо прям, Ребят, извините, смотрите, у нас сейчас, вот, у нас же тайминг свой, да, нас сейчас прям уже, можно сказать, выгоняет. Я вам предлагаю следующее. Поскольку вот эта практическая часть вас явно заинтересовала, и в этом можно потренироваться, я думаю, мы продумаем вот этот формат и будем именно какие-то встречи попробуем, да, чтобы была вот эта вот, мало того, что, вот допустим, если бы псевдо-Алина сейчас встала, или мы бы на экране смогли бы посмотреть, как она двигалась, да, с учетом того, что мы уже знаем, что она врет, нам было бы легче рассмотреть вот эти примеры. Как вам такой вариант? Потренироваться друг на друге, вот прям вот вживую. Мы можем, в принципе, это устроить, если будет какой-то отзыв с вашей стороны. Да? Да? Давайте попробуем хотя бы раз вот сделать вот такое прям практическое занятие. Да? Ну, вы заканчиваете, да. Еда. Спасибо вам большое. Надеюсь, было спасибо интересно, спикерам полезно. Нашим. Вот. Дальше можете просто наблюдать за собой. Какой вы несете сигнал другим людям, как другие люди вас воспринимают, и замечать, какие сигналы невербальные в вашу сторону в коммуникации. Всем спасибо за внимание. Да. Здесь вот, если кому нужно, контакты нашего центра. И еще на канале YouTube, на нашем канале, есть программа «Фокус на человека», которую мы проводим с директором вот этого центра Александром Калмыковым. Там подробно рассказывается о том, как устроен неокортекс, как устроен лимбический мозг, почему все так взаимодействует. Посмотрите, тоже интересная, очень познавательная передача. И если мне старосты придут в Универ ТВ и скажут свое решение, будет здорово, чтобы мы будущее продумали. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое вам. Хорошего дня всем. Thank you.